Приветствую всех! Меня зовут дядя Митя, и я сейчас нахожусь в этом прекрасном месте. Вы спросите, а где же я нахожусь? Я нахожусь в ботаническом саду, и мы гуляем сегодня, фотографируемся. Посмотрите, что тут происходит, какая красота. Фотографии получаются идеальные, особенно в цветах. Можно смотреть и любоваться постоянно, если вы пришли на фотосессию именно то, что вам нужно. Ботанический сад находится у нас Олимпийский бульвар. Напротив какого? Второго подъезда, да? Какой там? 12. Олимпийский бульвар 12. Напротив второго подъезда. Мы еле нашли сюда проход. Ну, зашли, нас встретил какой-то охранник и провел нас сюда, как на запретную зону. Потому что сейчас, наверное, коронавирус идет, как нам говорят все. Везде, посмотрите, цветы растут. Люпин. Люпин. Вот это я понимаю, прогуляться в такой прекрасный день. Солнце светит, дождя нету, это уже радует. То, что дождя наконец-то нету. Единственное, небольшой ветерок поддувает, но это уже не так страшно. Ну, в такую жару он очень хорошо освежает. Прям, знаешь, если бы солнце бы просто припекало, было бы довольно жарко. Вот так вот. Так, что нас тут ожидает? Мы зашли на территорию. Ботанический сад основан у нас... В 1937 году профессором Козополянским. Вот так. Я думаю, все-таки, наверное, ну, как оно есть, для изучения растений, того, как они будут произрастать в нашей местности, потому что здесь есть растения со многих континентов нашей великой земли. А с чего все началось, ребят? Все началось довольно просто. Моя хорошая подружка, моя хорошая знакомая выложила фотографию с люпинами. И я решила, что в такую погоду, когда в торговый центр сходить нельзя, надо куда-то выбираться на природу. Поэтому было решено найти, где же у нас в Воронеже произрастают люпины. Порывшись в Яндексе, в Гугле, ответ был выдан. И у нас Яндекс выдал ботанический сад города Воронежа. Я нашла, сначала у нас, кстати, был выходной с тобой среди недели, мы решили, что почему бы не съездить, но нам сказали, что открытие только с 4 июня, и вот наш первый совместный выходной, мы уже здесь осматриваем территорию. Записаться было, кстати, очень довольно просто. В группе ВКонтакте заходите в ботанический сад, находите ее, переписываетесь в WhatsApp, и все, и вы записаны. Мы записывались на час, но приехали в 3 почти. Ну правда, на час мы приехали по второму. Кубышечка. Кстати, у меня на озере очень много таких кубышечек. Жалко то, что рыб не плавает там. Тут, кстати, можно рвать люпины. Да, просто совершенно так. Бесплатно, замечу. Меня очень ботанический сад. Я все-таки думаю, то, что здесь должны больше расти такие декоративные растения, там еще что-то. Я читал, то, что можно будет заходить в эти, как их, теплицы, блин. А, в теплице это дополнительно тебе надо платить за вход в теплицу. Да. Это самая дешевая фотопрогулка, кстати говоря. Да. Так, ну что, мы гуляем и видим тут такую небольшую плантацию, где растут маки. И там петушки. Петушки. Все ухожено, ну, немножко. Почему-то все равно столько, блин, валяется камня, я вообще удивляюсь, откуда столько камня у нас. А может быть, это специально проверяют произрастание растений именно на камне? Ну, может, тут болтает. Маки довольно-таки интересные здесь. Мне кажется, они какие-то супер породистые, хотя я могу... Смотри, какие они мохнатые. Также можно устроить фотосъемку в прекрасных огненных маках. Сюда можно прийти, погулять, посмотреть, но территория довольно-таки маленькая, так как тут везде домами все застроено, там сзади меня видно. Раньше, наверное, мы не были, конечно, но мне кажется, что это был все ботанический сад, где эти дома находятся. Поэтому он и называется ЖК «Ботанический сад». Может, я, конечно, ошибаюсь, можете меня поправить в комментариях. Эрибан джекпинг. Короче, как вот это какое-то уже привезенное дерево.
Витин сидит отдельно в таком... горшке. В отдельном горшке сидит, их тут два штуки. Вот они. Типа как южные деревья какие-то. Да я думаю, то что нет. Также здесь находится у нас еще такая елочка. Но это не елка, это как ее назвать-то правильно? Почему-то вот плохо нету, то что нет названия. А так, конечно, прикольно погулять здесь, прийти, всей семьей можете прийти посмотреть. Если территория была бы, конечно, побольше, ограждение вот это убрали бы, и там можно было гулять, было вообще еще замечательно. Сейчас мы пофотографируемся в маках, наша мини-экскурсия закончилась по ботаническому саду. Всем, кому понравилось, подписывайтесь на меня. Меня зовут дядя Митя, ее зовут Юлия.